президента нашей страны, можете часто подвергнуть отдельные параметры торговли, экономического сотрудничества и некоторые другие вопросы, которые являются актуальными для нашей страны. Так что встречу вас. Приветствую, погода прекрасная в Москве дальше. Всего расположения. Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые коллеги, друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве. Я очень рад, что после достаточно долгого перерыва вы приехали к нам и откликнулись на наше приглашение. Много граждан, много людей, которые все. Я совсем недавно имел удовольствие принимать в России президента Болгарии. Ну, вот, надеюсь, что и ваш визит в Россию, наши с вами сегодня встречи переговоров, ваши переговоры в правительстве Российской Федерации создадут хорошие условия для дальнейшего развития наших отношений, причем по общим многим направлениям, включая экономику, политические контакты, сферу культуры, гуманитарную область. Надеюсь, и ваши визиты и переговоры с премьер-министром России и переговоры с бизнесменом, все, что принесет значительно для развития многостранных отношений, как то там экономика, культура, и все, что за развитие политических контактов. Мы совсем недавно отметили 140-летие освобождения Болгарии от Османского ига и день славянской письменности и культуры. Система скоро не отчастит нам дня славянской письменности и 140 дней от освобождения на Болгарии результатом институции. Это все, что нас духовно очень тесно связывает и объединяет. Те мечта духовнее не свыше. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Аз благодаря за възможността след толкова години да посетим Кремъл. Това ни е трета среща. Първата беше в Танск, после в София и сега е тук. Аз благодаря, че сме имали възможност през всичките тези години по телефона да обменяме мисли. Я вам благодарен за възможност в течение своите активите по телефона обмениваться мисли. И разбира се, сега по някои от темите можем да имаме и напредък, да можем и да обменим мисли по положението, което е и в света, и особено на Западните Балкани, това, което правим сега. Развитие, обменяться мыслями о состоянии ситуации в мире, в
ситуации на Западния Балкан? Русия винаги имала своето голямо влияние и сред хората, и религиозно. Така че е хубаво вие да знаете всичко, което правим с колегите в Европа по развитието не само на инфраструктурата, дигиталната, ЖП, магистрали, но и газовата инфраструктура. Русия ще трябва да се влияние в этом регионе. Вы знаете, какие развития в этом регионе. Мы осуществляем определенные проекты развития инфраструктуры, речь идет о дорожных строительстве и о строительстве железнодорожных путей, сферата на сигурността, борбата с тероризма работи много добре с вашите служби. В области борьбы с тероризмом, в области безопасности, мы сътрудничим хорошо с вашими спецслужбами. И в сферата на туризма, и в сферата на селското стопанство бихме могли доста по-добре да работим. И в сфере туризма, также в сфере сельского хозяйства, мы могли бы значительно более активно работать. Сега ще ги обсъдим и не на последно место за вашите медии да пожелаем успех на световното първенство. След 10-15 дена света ще е футбол и столица ще му е Русия. Така че много успехи. Мы могли бы обсудить всех наших отношений. И я бы хотел отметить, что в области всех футболов с 10-15 дней предстоит начало чемпионата мира. Мир будет футболом и Москва будет стадионом футбола. Спасибо.